Бог живой. Amen. И нет ничего, наверное, прекраснее, чем знать, что ты находишься на своем месте. Amen. Кто-то любит тебя, кто-то не любит. Это не имеет никакого значения на твою награду. Это не имеет никакого значения на... Ведь и я, и тот, кто меня ненавидит, перестанет лицом к лицу с Иисусом Христом. Amen. И каждый даст за себя отчет. И поэтому, извини, братан, если я что-то делаю не так, как тебе нравится, потому что мне отвечать не перед тобой. Amen. Поэтому, дорогие, расслабьтесь и живите так, как будто это ваш последний день на земле. И вы должны оставить сейчас все, что вы только можете. Отдать самое лучшее. Вот так я и говорю мои все проповеди. И это ничем, ничем отличаться от предыдущих не будет. Ты хочешь успех? Живи так, как будто это твой последний день. Ты хочешь славу Бога? Живи так, как будто это все, что тебе сейчас дано. Потому что это реально так и есть. Как только я выйду из этих дверей, никто не может гарантировать ни мою продолжительность жизни, ни твою. И поэтому, дорогие, если ты думаешь входить в призвание, я тебе говорю, ты прямо сейчас в нем и находишься. Кто ты? Куда ты? Где ты? А я жду, не дождешься. Делать нужно сейчас. Сейчас. У тебя во власти сейчас. И это то, что я научился использовать очень хорошо. Я использую сейчас. Завтра я не использую. Амин. Итак, дорогие, мы пойдем с вами в слово. И сегодня я буду говорить... насчет такой хорошей мысли, которая пришла мне так давненько назад. Вы знаете, я касался частями в некоторых темах, но сегодня я хочу все суммировать и выдать эту мысль конкретно, чтобы каждый из нас понял, что значит умение видеть духовный мир, что значит понимание того, что ты видишь. Церковь, мы с вами даже не представляем, знаете, почему все так далеко и глубоко заблудилось и потерялось? Потому что церковь сегодняшних дней не видит Отца Творящим. О, мы пойдем куда-то. Итак, тема называется «Ты не мечтаешь о том, чего ты не знаешь». Эйма? Объясняю. Скажешь, нет, я мечтаю, дудки, не мечтаешь. Как, если всю жизнь, что ты в своей жизни видел, это велосипед Украина и орленок, и ты никогда в жизни даже не нюхал, что такое Мерси Бимер, ты будешь мечтать только об орленке и велосипеде Украина с бардачком. Кто помнит бардачок? И семейный ключ. О, аллилуйя. Некоторые братья понимают, вот, вот в сердце оно. Было и у нас такое. Твоя мечта и действие основано на увиденном и полученном образе. Например, как ты будешь мечтать о чем-то, чего... Ты не можешь мечтать, пока ты не встретишься. Ты не можешь мечтать, пока ты не увидишь. Человек такое существо, он никогда не мечтает о том, чего он не знает. Нет этого. Никогда не было. Даже Петр по воде никогда не пошел, если бы не увидел. Если бы не познал, если бы не столкнулся. Дорогие, мы знаете, почему церковь парализована и мертва? Мы ни разу не видели, как кто-то ходит по воде. Мы ни разу не видели, как открываются глаза слепых. Мы ни разу не видели, как после недельной смерти воскресает мертвых. Вот почему мы дохлые завонялись. Я верю, что когда-то придет. Нет, не придет. Потому что придет тогда, когда ты это увидишь. Но здесь есть маленький элемент. Увидеть и действовать требует что-то. Ты не можешь просто увидеть и действовать. Почему? Потому что тебе нужно кое-что переломить в себе. Где-то нужно сломить все компромиссы. Где-то нужно уже потерять всех друзей. Что будет в конце света? Что будет в конце света? Пастор, ответь на вопрос. Что ты думаешь насчет конец света? Не знаю. Ты боишься? Нет. Почему? Я уже умер. Я умер. Все. Я все похоронил. С Иисусом там на кресте. Я все похоронил. Все. Знаешь, кто переживает? Тот, кто планирует завтра жить. Цунами, радиация. Что? Что? Бедненький, ты ж мой красотулечка духовная такая.
Сидит бедный, не знает, весь канал новостей сейчас, наверное, не выключается, наверное, у тебя. Мне за тебя страшно, ты думаешь жить завтра. Тебе подарено сегодня, христианин ты мой. Этот день используют для того, чтобы еще одну бомбу сбросить в царство сатаны. Если даже радиация будет, я в радиационном состоянии сатане еще что-нибудь там рог сверну. Да мне все равно. Ползем, пока дышим, церковь. Кричим, пока кричится. Двигаемся, пока возможно. О, христианство не знает, что оно вообще такое из себя представляет. Боже мой! Ты не мечтаешь о том, чего ты не видел. Человек такое существо, которое творит исключительно по полученному изначально образу. Сидим с ребятами и болтаем. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, покажи свой вот этот вот штуковину, iPad, например, да? И только он пощупал, только он потыкал. Хочу. Хочу. А что ты хочешь? Что ты раньше не хотел? Не знал. Не видел. Дорогие, вы должны понять, что именно этот элемент присущ в духовном мире точно так, как и в физическом. Ты не захочешь, если не увидишь. Вот почему должны прийти первопроходцы и пионеры, которые вопреки всему войдут туда и принесут его славу. Чтобы все остальные, которые даже не могут войти, увидели кого-то ходящим по воде. Ты слышишь меня? Ты не мечтаешь о том, чего ты не знаешь. Все, что ты мечтаешь, это то, что ты знаешь. Все, что ты имеешь, это то, до чего ты домечтался. Все, о чем ты хочешь продвинуться в Боге, это не что иное, как все, что ты вычитал в книжке, услышал на конференции и столкнулся с каким-то человеком. Не более. О, но есть те, которые начинают черпать оттуда. И я сейчас об этом говорю. Я знаю то, что не предназначены все сразу в один день прыгнуть туда. Есть первопроходцы, у которых крепкий лоб, у которого серьезная броня. Люди, которые поднимаются сейчас по всему лицу земли, которые больше не пойдут на компромисс, потому что терять церковь нечего. Скажите мне, что в той отмороженной церкви терять? Членство? Теряй быстрее! Членом той отмороженности ты точно не хочешь быть? Алло! О, я бы рассказал вам, я буду держать себя в руках. Чтобы тема более была назидательнее. Аллилуйя. Ты берешь для себя что-нибудь? О, аллилуйя, я тоже. Смотри. Знаете, почему церковь в сегодняшний день ничего не делает и никуда не идет? Поверьте, я говорю, если ты тут, он атакует церковь, он плюет, он там сливает помои. Стоп. Мы не говорим сейчас об осуждении атаки каких-то деноминаций церквей. Мы говорим о том, что кто-то пошел на компромисс и не явил что-то. Мы говорим о том, что предыдущее поколение перед нами нам ничего не передало. Я ничего не получил. Да, спасибо за Библию, спасибо. Хоть сильно дальнюю, но спасибо. Слава Богу, что я несколько языков знаю, могу разобраться, где что. О, послушайте, ничего не делает церковь, никуда не... потому что она не видела. Я говорю сейчас, знаете, куда я сейчас говорю? Я не говорю в толпу, я прямо сейчас проповедую в сердца пионеров и чемпионов, которые прямо сейчас меня слушают, и это тебя цепанет как никогда. Потому что ты рожден Богом. Потому что ты задавал вопрос, почему ты похож на слона? Я не физически имею в виду. Ты такой толстошкурый, такой большой, спокойный. Почему? Потому что понадобится скоро. Аминь.
Или наоборот, почему мы видим церковь, делающую то, что она делает? Потому что это все, что она увидела, и ей показали. Знаешь, что ты хочешь на миссию? Угадай. Знаешь, что ты хочешь гуманитарку куда-то отправить? Угадай. Знаешь, что ты хочешь в политику пробиться? Вот. Угадай. Потому что какой-то пришел и показал тебе картину. И твоя мечта на этом основывается. Слушай, перемотай назад. Вообще, пойми, кто зачал твою мечту. Разберись, откуда у тебя пришли эти имиджи. Откуда? А это оказывается просто чье-то, которое засорило наш мозг. Я сейчас не говорю к толпе, я опять говорю, я обращаюсь к первопроходцам. Я обращаюсь к тем людям, которые в это время Богом рождены встать. Да, в радиации, во всей этой туфте, подняться среди всей этой дряни. Почему? Потому что светиться ярче будешь. Чем темнее, тем все светлее то, что светит. Не переживай за себя. Миссия дьявола. Послушайте внимательно. Миссия дьявола всегда заключалась не в том, чтобы выбить тебе глаза, чтобы ты не видел. Миссия дьявола всегда заключалась в том, чтобы ты просто видел не то. Ты никогда, ты вообще задумывался над этим когда-нибудь? Я говорю, Господи, я поймал себя в процессе творения. Ты сейчас сидишь и творишь. Ты творишь лень. Ты творишь что угодно. То есть все, что ты сейчас делаешь, это и есть творение. Даже если это ничего, ты ничего сделал. Потому что ничего сделать, тоже надо что-то делать. Нам просто сесть и ничего не делать. Вот ты сотворил сейчас. Ты сотворил ничего. Кстати, для некоторых это откровение будет. Гля, творить ничего. Ты, наверное, венец даже получишь за это творение. У тебя столько ничего, горы ничего вокруг. О, Иисус. Миссия дьявола заключалась не в том, чтобы церковь не видела, а в том, чтобы она видела не то. И именно таким образом правительство сатаны нерушимо, и его развитие гарантировано на этой земле. Потому что он делает то, что он хочет. Своим служителям он показывает то, что нужно, а тебе показывает гуманитарку. Чего? Голодных накормить? Я не против. Ну, может, что-то еще есть? Иисус давал милостыню. Амен, амен. Но он что-то еще делал, может, там, между милостынями. С учениками вместе. Дорогие мои, мы должны понять одну вещь. Кто-то стоял перед нами, кто нарисовал неправильную картину. В твоем разуме, в подсознании, и твоя мечта прямо сейчас базируется на какой-то религиозной дряни. Мы не говорим о вещах там кормить голодных, гуманитарку в политику. Иосиф в политике был, но его туда поставил кто? Не надо, чтобы Иосиф не ходил. Иосиф не вышел, конечно, знаете, на пирамиду вышел, взял микрофон. И говорит, ребята, я сейчас расскажу, как надо избирать. Чу. Если он избрал тебя быть Иосифом, другого Иосифа не будет. Не надо пресс-конференции делать и учить Иосифству. Алло. Мне нужны голоса. Не нужны тебе голоса. Тебе нужен один голос. Если он скажет, выбираем, то что бы они там ни придумали, ты будешь во власти. Ты будешь со славой, его славой. И ты будешь утверждать законы земли не потому, что ты пробился на голосованиях церквей пятидесятнических. Все полтинники за меня проголосовали, аллилуйя. Карточку заполнили и бросили. Че? О, жестко. Наверное, пастор назад вернулся, да? Две недели гулял. Я за две недели все вам это объясню. Смотри. Знаете, почему Иосиф стал опаснейшей личностью для сатаны? Потому что он увидел.
О, стоп. Почему дьявол одних... Например, смотрите, там были еще ж братья, кроме Иосифа, так? Почему против них ни одна, у них ни одна волосина не упала? У этого ад, кошмар, практически постоянно при смерти, в какой-то кошмаре. Потому что дьявол знает, кто видит. Дьявол знает, да, это были детские сны, но у тебя хотя бы детские сны есть от него. У тебя есть какая-нибудь хотя бы ненормальная мечта, которая не вмещается никому в голову? У тебя есть что-то, что выделит тебя как сына и как дочь? Время толпы заканчивается, и вся толпа сказала. Тут надо слушать. Спать нельзя. Иосиф стал опасным для дьявола. Вы думаете, эти все козни, что как бы от Бога приходили? Нет. Во всех этих кознях был задействован прямым. Бог не искушает своих детей такими вещами. Бог испытывает тебя. Бог дает, Бог хочет увидеть, сделаешь ли ты жертву, но он никогда проститутку не положит на твоем пути. А так и дьявола, но здесь Бог использует, чтобы увидеть сердце твое. Давид, кстати, был момент, где он не устоял в этой сфере. Амин? Мы не говорим о том, что о, Бог, сори, пролетел Давидка. Раз, и вот, ну, бывает же, пересмотрел фильмов. Смотри, знаете, почему Авраам стал опаснейшим человеком? Опаснейшим. Потому что он увидел. Церковь, я когда начинаю перечитывать всю Библию, вспоминать всех апостолов, вспоминать всех отцов веры, я в шоке. Они все видели. Задай своему лидеру вопрос. Я вот туда, вот в камеру говорю, вот туда. Вот. Что он видит? Если он видит унитаз, беги оттуда. Если он видит новое здание, ноги делай. Если он видит какую-то чушь, он должен видеть Отца творящим, Бога двигающимся по этой земле. Он, даже если он не имеет, хотя бы видишь ли ты. Я не говорю о том, что мы все имеем, церковь. Я говорю о том, что у нас есть секрет того, что многие не имеют. Мы видим. Мы видим, мы мечтаем. О, Иисус. Авраам увидел свое потомство. Он видел эти массы, и план дьявола был очень красивый – дать сына, который не был обетован. Я так скажу, обетованием обещан, который не был обещан. И здесь раз, маленькая перестановка фигур, не пободрствовали, раз, и рождается личность. И знаете, что самое страшное? Авраам больше не хочет сына. Он успокоился, все. Вы думаете, это от Бога? Нет, это атака на то, что ты видел. Авраам, это атака на то, что ты видел. Это атака на то, что тебе дано. Некоторые, у некоторых проблема не в том, что Бог тебе не пообещал, а проблема в том, что ты согласился на то, что Бог не обещал. Кто-то понял? Нормально? Вошло? Ты согласился на то, что не от Бога. Оно будет очень похожее. Дьявол подошел к Иисусу. О, ну кто же не знает этого эпизода? Раз, два, три, камни, поклонись. Там, а? Сбросься с крыльца. Что? На что ты покушаешься, дьявол? Он покушается только на тех, кто видит. Знаешь, почему искушение было именно этим? Потому что именно это Иисус видел. Знаешь, почему Аврааму не девочку подсунули? Хотя мы ничего против дочерей не имеем. Но там было обетование в сыне. Подсунули сына. О, я говорю сейчас к мудрым людям, которые, может, сейчас сидят с тем подсунутым. И ты якобы доволен, но внутри тебя все говорит «нет, это не то». Что вот эта позиция пасторушки, которую меня только что тут рукоположили, такие же слепцы, как и я? И это я буду в ряду с ними? Да, не дальше, потому что ты сейчас делаешь то, что они показали тебе. Ух ты какой! Да я просто заморился видеть то,
что видят люди. Я хочу когда-нибудь увидеть то, что видит он. Хотя бы, папочка, пожалуйста, давай я закроюсь. И это у меня бывает массы раз. Я закрываюсь, я всегда, я люблю одиночество, я удиняюсь, я говорю, покажи мне, я не выйду, пока не увижу. Вот почему центр трансформации идет такими шагами. Потому что мы видим, мы не даем ничему помешать наше движение вперед. Почему? Знаете, кого легко сбить и помешать? Тот, кто не видит. Его легко перенаправить, но тот, кто видит, опасен. Ему нужно подсунуть похожее. Алло, кто-то берет меня сегодня? Сегодня не для детей тема, сразу говорю. Сегодня для людей, которые думают, прожили кое-что, кое-что поняли. Я говорю сейчас к чемпионам, я говорю к пионерам, к первопроходцам, я говорю к тем, которые сейчас скованы чем-то. Дьявол скует тебя чем угодно, неправильной мечтой, Измаилом. Он тебя скует чем угодно, лишь бы ты удовлетворился. Все, что он делает, он крадет твое время, и когда время украдено, его не вернешь. Да, темы жесткие, но они тебя будут отрезвлять, как и меня. Потому что первый я это получаю. Смотри, церковь не нужно заставлять жить и творить по законам духа этого мира. Не надо. Сатане и его армии просто нужно позаботиться о том, чтобы неправильные образы всегда пребывали перед глазами церкви и ее лидеров, и неправильное творение обеспечено. Все! Самое главное, вовремя в церковь подсылать тех, кто не видит или видит не то. И сегодня мы церковь G12, потом не работает. Сегодня мы церковь Ян Хичо. Нет, не работает. Сегодня, потом, завтра мы миссионерская церковь. Потом мы церковь школы полного Евангелия. Да кто ты, гибрид? Знаете, кто такой чушью занимается? Тот, кто никогда не видел. И всякий раз, когда какой-то помазанник приезжает в помазание апостола, они уже апостольская церковь. Потом приехал успешный там человек с учением Г-12. Все, мы уже Г-12, церковь. Ты не видишь, поэтому тебя очень легко сбить, перенаправить. Ты не видишь. То же самое должно быть в твоей семье. То же самое должно быть на том месте, где ты работаешь. Ты должен видеть, это твое, куда оно ведет тебя. Ты видел конечный результат своего бизнеса? Ты видел конечный результат своих проповедей? Ты видел конечный результат своей семьи? У тебя есть видение? Не видение, видение. Видение. Видишь ли ты? А, я просто иду за толпой. Вот точно так идешь за толпой, скоро другая толпа перенаправит тебя. И мы это в нашем центре видели. О, аллилуйя. От Бога, от Бога. Нет Бога. Точно от Бога? Нет, точно нет Бога. Так от кого? Деда Мазая с зайцами. Смотри. Церковь Христа не знает, кто она, потому что ей никогда не показали, кто она. Можете себе представить? Я просто сижу с Богом в общении, он говорит, сынок, ты даже не представляешь, сколько я пытаюсь поднять пророков, которые должны внести стандарт, и всякий раз пророка перенаправляют, покупают, и только считанные. И мы с вами их знаем, потому что их невозможно не увидеть, этих пророков от Бога. Они везде. Мы читаем их книги, мы с вами приглашаем этих людей в церковь, мы влюблены в дух этих людей. О, Иисус! Именно это является самым главным принципом моей жизни. Я не буду там, где я себя еще не видел. Церковь! Я знаю так. Наверное, только Дмитрий знает точно, что я говорю. Куда бы мы ни ехали, что бы мы ни делали, приглашений массы. Я становлюсь на колени, я вижу, нет, не вижу, никогда не поеду. Я должен видеть Отца. Поверьте. Дмитрий даже был свидетелем, когда нам деньги предлагали, любые, только приехать. Помнишь? Мы вам заплатим, любые деньги, только приедьте, проведите семинар. Нет, я не вижу себя. Ты слышишь меня? Дорогие мои, поверьте мне, ты должен видеть, как я вижу, дешево покупается христианство. И еще самое страшное, дешево покупаются те, которых Бог именно и поставил что-то сделать.
Дешево покупаются те, которым Бог вложил свою мечту, и потом так легко их перенаправить, потому что это якобы похоже. О, церковь, я хочу, чтобы вы сегодня меня слушали сердцем, а не просто вашими мозгами. Слушай меня сердцем. Почему? Потому что я тебе говорю, больше всего просимо, моли Бога увидеть. Увидеть. Бог, покажи мне, не вздумай рыпаться, пока не увидишь. Вот это и отличает успешное служение от провалившихся и от тех, которые будут в провале. Я задаю вопрос, ты видишь? Нет, очень скоро я и тебя не увижу. Классно, да? Запиши. Вот почему Христос учил и молился так: да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Он молился Бога. Не то, что вот я хочу. Я молю Тебя, что Ты хочешь. Иисус, находясь в Гефсиманском саду, вы помните эти слова, Он говорит: доминует меня чаша сия. Это проговорил человек Иисус. Но потом Бог Иисус сказал другую фразу. Знаете, почему Он сказал другую фразу? Потому что Бог Иисус, Он знал, для чего Он здесь находится. Он видел, и Он ученикам уже сказал: надлежит мне быть распяту не один раз. Были моменты, где они Его даже останавливали. Знаете, почему? Он сильнее всего обличил даже Петра, чем даже некоторых фарисеев. Ты думаешь, как к фарисеям Он сказал: там отойдите, а этому Он сказал: сатана, отойди. Только потому, что Он очень близко подошел к видимому им от Отца. Ты должен охранять то, что ты видишь. Ты должен держать зубами то, что ты видишь. Твой дух должен никогда в жизни не сдаться на второстепенное. Ты никогда в жизни не должен поддаться со слабыми людьми. Как знать, что они слабые? Посмотри на их профиль, и ты увидишь, кто они. Очень просто проверить. Очень просто проверить. Я вам честно говорю, я поеду только туда, где я уже в духе все совершил. Это очень странно звучит, церковь, но я вам серьезно говорю. Знаете почему, когда я еду куда-то, я знаю точно, это будет бомба, взрыв и реформация, только по одной причине. Я себя уже там видел, и я уже там проповедовал, и я уже знаю точно, какого уровня огонь должен быть высвобожден на том или на том месте. Мы не играем в русскую рулетку, церковь. Мы не играем, авось, может быть, выстрелит. Пробуждение. Авось вдруг где-то что-то вспыхнет. Авось и нет. Ты должен ехать и знать, что будет. Будет взрыв, будет реформация, будут перемены, потому что мы в духе все видели. Мы все пережили. Мой дух уже там был. Очень странно это слушать, но я вам сейчас секреты открываю. Мой дух уже там был. Как? Не знаю. Не знаю. Иисус говорит: я вижу Отца творящего. Мы прочитаем сейчас. Смотри, от Иоанна 5:17. Давайте прочитаем. Уникальное место. Мы его так всегда пролетаем, но это был стержень служения Иисуса, церковь. Стержень. Самый главный позвоночник служения Иисуса. И Он об этом говорил везде и всегда. Церковь игнорирует это, потому что, знаете, почему церковь игнорирует? Она не понимает, что это. Чтобы понимать, нужно увидеть. Итак, Иоанна 5:17. Я буду читать с нового перевода. Старый немножко отличается, но я так скажу, он очень похож. Иисус сказал им: «Мой Отец всегда трудится, поэтому и я должен трудиться». Опа! Первое. Откуда ты знаешь? Иисус ничего не говорил на земле того, чего ты не можешь достигнуть. Запомни это навсегда. Иисус не пришел, не крутанулся там, опаньки, опаньки, а ты так и не сделаешь. Ну все, увидимся. Этого не было. Иисус принес сюда только то, что ты можешь адаптировать. И в конце жизни сказал еще: ребята, да, сори, забыл, запамятовал, еще больше сделайте. Ну все, до свидания. Церковь, мы должны превратиться в сверхъестественную субстанцию.
Мы должны... О, мы с вами скоро будем видеть. Некоторые уже видят. Дорогие, вам не нужно больше помазания, больше помазания. Когда идет молитва, или здесь какой-то просто горит алтарь Бога, и ковчег его здесь, ангел его здесь, просто проси его, покажи мне. Только ты это увидишь, это сразу трансформирует твое мышление, и твоя мечта рождается автоматически. О, воздайте славу Богу. О, Иисус. 18 стих. Иудеи еще упорнее искали случая убить Иисуса. Ну, конечно, бизнес перебиваем. Ибо он не только нарушал закон субботний, но еще и называл Бога своим отцом, приравнивая себя этим к Богу. Ох, это было тяжело. 19. Иисус сказал им. Смотри, вот эту фразу запомните, церковь, вы в Библии просто подчеркните ее таким цветом, который ты нечаянно нарываться на него будешь. И перечитывай всегда, напиши себе где угодно. Это стержень нашей жизни. Смотри, Иисус же сказал им, 19, истинно говорю, Сын ничего не может. Знаете, почему мы можем? Потому что мы не то видим. О, церковь, здесь намного глубже, чем ты даже задумываешься. Иисус не может? Как это? Как-то не может. Все могу в укрепляющем меня Христе. Даже какую-то дрянь могу сделать. Все могу. Слово. А тут Иисус сидит и говорит, не могу. Как это не могу? А попробуй. Слушай внимательно. Сын ничего не может совершить по своей воле. О, как я мечтаю, чтобы это вернулось в церковь. Нашей воли нет. Мы ничего не видим. Самое хорошее, что может быть, мы даже этого не хотим. А что ты хочешь? То, что хочет и показывает он. А если он не показывает, иди отдыхай. Пока не покажет. Чего ты тужишься? Смотри. Он делаешь ли то, что как он видит? Смотрите, делает отец. О, Иисус говорит, ничего. Знаете, почему именно на служение Христа можно опираться полностью? Даже не на служение апостолов, там были пролеты, мы читаем о них. Нет, служение Иисуса, я опираюсь на него стопроцентово полностью, потому что там не было ничего от себя. Все, даже самые издевательские высказывания в сторону религии, это он видел Отца творящим. Ты слышишь меня? Все, все до точки. Он говорит, ничего нет. Единственное, мы помним Гефсиманский сад, где он не совершил, а только подумал. Доминует и здесь же сразу захватывает видение Бога и говорит, нет, да не будет моя воля, да будет воля твоя. И он возвращается туда, для чего он рожден и куда он идет. И он соглашается идти на смерть. Почему? Потому что уже умер, как написано, от начала мира. Уже заклан от веков давних, уже все совершилось. Я тебе говорю, в твоей жизни уже все совершилось. Ты просто должен увидеть именно то, что ты должен сделать и куда войти. О, я сейчас бомбу сбросил на тебя. Если ты не понял, слава Богу. Некоторые сидят, ничего не понимают. Дорогие, вы даже не представляете, какие вещи я сейчас говорю. Купи диск, переслушай. Послушай. Он видит и делает... Смотрите, как он видит, делает отец. Что делает отец, то и сын делает. Вот. Все. Именно.
Именно так. Почему вот так ты с сирофиникиянкой поступил? Почему нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам? Почему? Почему? Это воля отца. Но потом его это захватывает. И я вижу, как это захватывает не сердце Иисуса, а это захватывает сердце отца. И Иисус сразу выдает ей то, что он видит отца творящим. И он говорит, знаешь что? Это настолько его взорвало, это настолько он увидел, что отец сейчас. И он говорит, иди, твоя дочь здорова. О, послушай. 20 стих, смотри секрет. Отец любит сына своего. Знаете, какой простой это вопрос? Тебя папа любит? Вы знаете, что я был удивлен? Некоторые не уверены, большинство церкви даже не уверено, любит ли их отец. И ты хочешь что-то в этой жизни совершить? Ты должен быть полностью укоренен, что эта любовь не двигается никогда, ничем и нигде. Твои грехи, которые ты даже совершишь, никогда не двинут его любовь, иначе бы она не называлась совершенной. Так что мне грешит? Нет, ума набираться. Это для тех, кто, о, папа любит, да, ну я пошел, пап, люби меня. Я не говорю об идиотах, я говорю о детях, которые никогда не сделают боли своему отцу, а грех – это боль. Слушай. Отец любит сына своего и не таит от него своих поступков. Пам! Ты можешь себе представить? Ты вообще врубаешься, что это за стих? Он меня взрывает. Бог не таит от своих детей ничего. Так почему мы ничего не знаем? Да потому что не дети еще. Въезжаем? А что я ничего не знаю? Далеко ты от Царствия Божьего. Я на языках молюсь. Ну и что? Ну и что? Все на языках молятся. Даже сатанисты тоже свои глоссалии есть. При чем здесь это? Религия нарисовала не тот образ. Ты веришь не в того Бога. Ты не знаешь своего отца. Ты не пережил его любовь. Ты не видишь, что он делает. Ты вообще не понимаешь, кто ты. Ты не знаешь, кто такая церковь. Ты не знаешь. Ты просто сидишь на авось. А что будет сегодня? То, что и вчера. По крыше получишь. И может быть, очнешься и скажешь, Бог, что происходит? Покажи мне. Когда Иисус пришел ко мне 19 лет назад, дорогие, все, что я ему сказал, покажи мне, кто я. Покажи мне, кто я. Я даже не знал. Потом я понял, что это было дни. Я мог ему сказать вообще, покажи мне что-нибудь другое. Луну покажи. Я ему сказал, покажи мне, кто я. И это было самое мощное откровение, которое либо... Я до сих пор, вся моя жизнь и служение базируется на том, что я увидел. Все в моей жизни базируется именно на том, что я увидел. На чем базируется твоя жизнь? На том, что видит пастор. Неправильно. Так ты же видишь правильно. Я вижу для себя правильно, для тебя неправильно. Я тебе говорю, ты должен увидеть для себя. Время толпы баранов прошло. Ты должен стать личностью, дочью, сыном. Ты должен индивидуально ответить за свои поступки, встретиться с ним лично. Вот кого воспитывает Бог. Чемпионов, первопроходцев. Перестань полагаться на людей. Вообще, вообще. Отец любит сына своего и не таит от него своих поступков. Бог мой, я говорю, Господи, пожалуйста, приблизь меня настолько, чтобы у тебя от меня не было тайн. Дорогие, стоп. Ваши дети в вашем доме знают все, что вы делаете. Все, что лежит в вашем холодильнике. И даже то, что ты думаешь, он не знает, он туда уже залез. Знаю по себе, у меня трое. Я говорю, доченька, пойди там возьми. Она там на полке то-то. Я говорю, откуда ты знаешь? А? Ну, все знает. Они уже там были раз пять. Папа ничего не таит от своих детей. Вопрос заключается вот в чем. В чьей хате ты живешь? И
и не таит от него своих поступков, и он откроет ему еще большее совершение, чем эти, и вы удивитесь. Бог любит удивлять детей. Он говорит: сынок, ты думаешь это? О, подожди, что я тебе завтра покажу. И послезавтра покажу. Ты будешь в шоке, что вообще через год с тобой будет. Я ничего не таю от своих детей. И по возрасту они входят во все мои обетования. По возрасту потом они смогут ездить и на моих машинах. По возрасту они смогут делать все, что делаю я по возрасту, потому что они живут в доме своего любящего отца. Именно это я и говорю к церкви. У нас есть отец. И время вернуться к нему. Время научиться видеть не то, что тебе подсунули. А сейчас мы поголовно, как идиоты, адаптируем детей. Тебе это Бог сказал? Я смотрю, там кто-то в адаптацию детей, в гуманитарке. Кто-то вообще крен пошел там в политику, посылают рядами. А на улице кто будет посылать к прокаженным, а? А молиться за исцеление кто будет, а? Кто будет делать то, что делал Христос? Ну, брат, нам этого Бог не открывал. Значит, ты не в той хате живешь. Все. Слушай. И он откроет им еще большее совершение, чем эти, вы удивитесь, по 21-й. Ибо подобно тому, вот, как Отец воскрешает мертвых, я не понял. Иисус, перефразируй, где там мертвые? Там что, ангелы иногда падают трупами? Там что там, больница есть, что-то папа отходит, там кого бы воскресить? Иисус говорит: вот папа сегодня воскрешает, я пошел воскрешать, аллилуйя, кого-то. Ты не понял. Все, что делаю я, это должен сделать прежде меня Отец. Я вот тебе об этом и говорю, я вбиваю в твою голову. Если ты открыл домашнюю группу, ее открыл Отец? Если ты открыл церковь, ее открыл Отец? Если даже ты пошел в политику, что 100% Бог призывает и туда людей, и везде, и куда угодно Бог призывает людей, там Отец был. Иосиф еще был совсем молодым парнем, а Отец там уже был. Уже там, в доме фараона. Еще фараона там, наверное, в помине не было того, который потом стал во власть. А Отец уже там был. Мой вопрос к тебе. То, куда ты движешься, там Отец был? Видел ли ты себя двигающимся? Знаете, почему некоторые из вас видят вот эти ненормальные сны, где вы двигаетесь в славе, возлагаете руки, изгоняете бесов? Бог показывает вам, где Он. Он тебе показывает вещи сверхъестественные. И ты приходишь и спрашиваешь у плоти и крови? Фу! Пастор, а что ты по этому поводу не думаешь? А у него с головой не в порядке, он вообще ничего не думает. Он думает, как кто бы его табуретку не захватил и кафедру не уволок. Он вообще ничего не думает. Ему плевать на твой огонь, ему плевать на твою молитвенную группу. Он ждет, чтобы никто умнее его в церкви не восстал. Сорвался, да? Да не, я нормально. Все хорошо. Я вам серьезно, я держу себя в руках. Когда я не сдержу, вы увидите. Потому что это правда. Это все правда. Я там родился и вырос. Не надо никому то, что ты от Бога получил. Потому что автоматически твой брат, диакон, пастор скажет: не от Бога это. Почему? Потому что ты умнее, чем он. И ты уже и ты в присутствии Бога проводишь в 3 раза больше, чем Он. И, естественно, ты духовно взрослее, чем Он. Ты распространяешь бунт. Бунт против идиотов, да? Против слепцов? Да. Не просто бунт. Революцию. Революцию. Эта вся дрянь должна быть сдвинута. Ты думаешь, мы шутим? Мы меняем ход христианства. Проснись! Ты думаешь, мы до сих пор здесь детсад играем? Нет!
Я говорю, что должны подняться те, которые увидят во всех нациях и народах, по всей земле, которые наплюют на мнение всех и скажут: «Я видел Отца творящим». Вот кому я сегодня говорю. Не к очередным лентяям и лоботрясам, которые разберем его тему теологическим образом и докажем, что это не от Бога. Выключи, не смотри, не раздражайся. Что твоя голова не способна меня вместить. Я видел слишком много. Все, плевал. Ладно, смотри. На мой iPad дворники надо делать. iPad с дворниками есть? Ладно. Тема, у меня времени мало. Смотри. Ибо подобно тому, как Отец воскрешает мертвых и дарует им жизнь, так и Сын возвращает к жизни, кого пожелает. Что? Вот оно, полностью идентификация с небом, с Отцом, с тем, что Он видит. Отец не говорит тебе того, чего Он не мечтает, чтобы ты достиг. Ты достигнешь этого. Ты будешь видеть, как Он. Ты должен просто удалить все компромиссы своей жизни. Слушайте, я верю, что именно сейчас поднимается поколение, которое видит и слышит и пребывает в духовном мире. Вы знаете, что уникально? Когда я проповедую, все, буквально все, которые пишут, они говорят: мы уже так думаем. Ты просто подтвердил то, что мы думаем. Вы понимаете, что не мы поднимаем это поколение, хотя оно так кажется, мы просто говорим в сердца тех, которые уже это имеют. Да, и ты смотришь на меня, ты говоришь... Ты не говоришь никакие новости, но они как бы свежие, они как бы да, потому что ты точно такой, как я, и ты должен сделать в своей стране то, что делаю я в своей. Загорись огнем. Выйди из компромисса. Даже если цена будет очень жестокая и больная, уплати ее, не обращай внимания. Тот плод, который придет после, ты скажешь: Бог мой, два раза больше уплачу, чтобы увидеть это. Его урожай. Дорогие мои, все, кого ты потеряешь при этой жизни, это всего лишь на короткий период времени. Я тебе даю гарантию, папа нас всех помирит на небе. Че, не веришь? Не веришь? Они не смогут на меня больше злиться. Я скажу: брат, ты прости, мы это... Вот уж. Имя? Поэтому они на меня огорчат, грызутся, там, не переживают. Потому что, ребята, не кусайтесь, позаботьтесь о своей душе. И как мы вместе туда попадем, мы все равно помиримся. Папа всех посадит на лужайку. И скажет: не пойдете в Иерусалим, пока не попросите прощения. Быстро. Таня, у Сереги. Серега, у Тани, быстро. Окей. Знаете, как дети? Вот так и будет. Даже те, которые нас ненавидят, они в ад не идут. Они просто не видят. Они просто... Не надо на них злиться. Мы все потом помиримся. Я знаю. Поэтому я не злюсь. Я всех благословляю автоматом. Почему? Потому что не хочу на лужайке сидеть. Поэтому я всех прощаю, всех отпускаю. Даже ты еще не придумал против меня козни, которую я уже простил. Почему? Не хочу на лужайке сидеть. Проходить терапию там, знаете, вот. Там, знаете... Вы вообще получаете что-то для себя, церковь? Воздайте славу Богу! Он живой! Когда ты приходишь в Его присутствие, все в тебе оживает. Ты начинаешь переживать все, что Он хочет, чтобы ты переживал. О, Иисус! Смотри. Сейчас поднимается поколение, которое видит и слышит. Оно не будет видеть, оно уже видит. И пребывает в духовном мире, которое впоследствии активирует то, что оно видит. Но не заблуждайтесь, самая большая схватка. Нет, нет, нет! Спасибо. Схватка еще предстоит с той полностью плотской церковью, которая видит не то и строит не так. Знаете, что мне Бог сказал? Он говорит: сынок, приготовься к тому, что я тебе сейчас буду говорить. Все исполины, которые вышли против Израиля на протяжении всей жизни, не уничтожили сколько людей, сколько те, которые были рядом с Израилем в пустыне. И Бог мне сказал: самые опасные враги – это домашние твои. Он об этом сказал. Дорогие, послушайте меня внимательно. Почему? Потому что у них есть
Давайте я прочитаю. Смотрите. Самое огромное поражение пришло не от исполинов в обетованной земле, а от своего старого поколения, которое видело не то и двигалось абсолютно в неправильном направлении. Они могли быть в обетованной земле 40 лет, а они были в пустыне 40 лет. Вот сейчас слушай меня внимательно. Сейчас очень идет такой ключевой момент, который я должен сказать. От своего старого поколения, которое видело не то, двигалось в абсолютно неправильном направлении. Именно они удержали обещание Бога на 40 лет. Я хочу задать тебе вопрос. Сколько обещания Бога твои родственники удержали в твоей жизни? Сколько? Сколько ты лет будешь прогнивать в том, что не от Бога? Сколько ты лет будешь поклоняться идолам? Сколько ты лет будешь ждать, что то, что предназначено к смерти, изменится, оно не изменится? Сколько лет? Сколько лет? И Бог мне сказал, самое, ты думаешь, самая опасная твоя битва там, и твоя опасная битва здесь? Говорит, не то, не исполины уничтожали евреев, старое поколение уничтожило себя и своих близких. Да, те 10 соглядатаев ответили за всю нацию и показали неправильный имидж. Знаете, почему евреи разделились? Халев, Иисус Навин и все остальные. Потому что одни увидели одно. Это то, что я тебе сейчас говорю. Халев, Иисус Навин увидели то, что Отец творил. Они вдвоем могли справиться, если Бог сказал бы. Они бы справились. Но остальные 10 увидели не то. Я хочу задать тебе вопрос. Где ты находишься сейчас? Не здесь физически, там, кто смотрит меня. Может быть, здесь тоже находится кто-то. Кто сейчас вкладывает образы в твою жизнь? Знаете, что я хочу сделать? Я не хочу говорить, пошлите со мной в обетованную землю. Я хочу, ребята, сбегайте разок сами. Сбегайте разок сами, дорогие. Просто сбегайте туда. И когда ты увидишь все это, ты скажешь, знаешь что? Это красивей, мочим исполинов. Дорогие. Ты думаешь, что твое самое мощное сражение где-то там? О нет, твое самое великое сражение у тебя дома, среди твоих родных, потому что именно это удерживает всю твою жизнь. Иисус сказал, и враги человеку, домашние его. Ты до сих пор не понял то, что Иисус тебе сказал? Я принес меч. Очнись! Не мир. Кто призывает к миру? Религия. Нет, давайте очнемся и прочитаем еще раз Библию. А? И враги человеку домашние его. Не враги там, не враги здесь. Тот, кто рядом с тобой, потому что он уничтожает твою судьбу. Он держит тебя на привязи. Тебе кажется, что атака где-то там, а самая страшная атака прямо сейчас в твоей жизни. Ты ничего не делаешь. Ты видишь не то и двигаешься не с теми людьми, не в том направлении. Петр увидел Христа, идущего по воде, и сам пошел. Елисей увидел Илию, уходящим в огненной колеснице, и получил желаемое. Бог не может просто дать тебе мечту, не основанную ни на чем. Потому что эта мечта всегда основана на видении. Вы понимаете, я сейчас иду в корень мечты, церковь. Мы все говорим о мечте. Но мечта основана на увиденном образе. И именно то, что ты увидел и будет двигать по всей твоей жизни. Вот почему никто никогда из людей, ходящих по этой земле, плоть и кровь не вложит свой образ в мой разум. Не вложит их образы в мой дух и в мое подсознание. Это делает только исключительно Бог. И желаю тебе того же. Только Бог. Поначалу я могу быть каким-то там руководителем и там лидером для тебя, но в процессе ты должен сбегать в обетованную землю и сам для себя убедиться, что то, о чем я говорю, это не просто где-то там далекое будущее, это сейчас, здесь, мы это берем. Бог не может просто дать тебе мечту, не основанную ни на чем, я еще раз подчеркну, потому что мечта всегда основана на видении. Больше всего просимого проси Бога показать тебе то, для чего ты рожден, и то, что ты должен сделать. И как только ты это увидишь, мечта будет зачата автоматически. Ты понимаешь?
Как только ты видишь хорошую машину, ты же не говоришь, вот сейчас я сажусь в процесс зачатия мечты. Хочу Мерс 600, хочу. Нет, ты увидел, в салон залез, понюхал, хочу. Быстро процесс происходит. Не надо там напрягаться. Все, что нужно, увидеть. Вот моя тема. Вот она, увидеть. Не то, что показывает брат Степан, а то, что показывает Иисус Христос. То, что открывает глаза Дух Святой. Я хочу увидеть то сверхъестественное, потому что я хочу делать и жить сверхъестественным. Я насмотрелся контейнеров, наупаковывался гуманитарки. Я хочу сверхъестественное. Я хочу, чтобы один батон накормил Африку. Не лучше ли это, а? Мы все методами человеческими бегаем. У Бога есть другой метод. Его метод. Сделать то же самое, только не своей плотью, а по Его слову, увиденным в духе, показанным Отцом. Вот что я хочу видеть. Смотри. Никогда не допустит никакого человека. Ты должен видеть. Никогда не допусти никакого человека, послушай внимательно, просто хочу, чтобы ты это сердцем принял. Не допусти никакого человека показать тебе. Дождись того, пока сам Бог покажет тебе. Пусть это будет 10 лет, пусть это будет 20 лет. Дождись, пока Бог покажет. Потому что пока тот будет кормить своими руками, у тебя один батон все сделает. Меня кто-то понимает здесь, или я тут сам по себе тут отрываюсь? Дорогие, я просто хочу еще раз сказать, когда вы идете в что-то, что вы хотите, если вы это не увидели, отворачивайтесь, это просто трата времени, убийство лет. Ты должен увидеть Отца Творящим. Отца Творящим. Бог покажет тебе именно то, что Он хочет, и это будет, что многие не будут понимать или принимать. А тебе уже будет все равно, потому что ты видел чертеж, который показал тебе сам Бог. Мне все равно, что думает человек, потому что я видел чертеж, который мне Бог показал для моего поколения. И я иду туда и строю по нему. Неважно, будешь ли ты со мной рядом или нет, я видел чертеж Бога. И я хочу, чтобы ты увидел тот же чертеж, иначе сна нам с тобой не по пути. Не по пути. Бог показал Аврааму его детей, как песку на берегу морском. Ты когда-нибудь ходил? Тебе когда-нибудь Бог просто показывал? Авраам идет, он говорит, посмотри на песок, Авраам. Хорошо, много песка, много песка, конечно, много. Вот столько детей будет. Посчитать можешь? Ты что, Бог? Он говорит, вот так и будет. И эта картина зашла в его разум. Бог должен кормить твою мечту, не брат Василий. Твою мечту должен кормить сам Бог, поэтому ты должен уединяться с Ним, как только можешь больше. Не религиозное уединение, которым нас научили, это отмороженное все. А именно жизнь, где ты в машине, где ты дома, где ты на кухне, где ты где угодно на работе отошел в сторону, и ты просишь, покажи мне, Отец, потому что если ты не покажешь, я слеп, я не достигну ничего. Дьявол будет легко поймать нас, если мы не видим. Бог показал во снах Иосифу царство, Бог показал Моисею освобождение его нации и многие другие, о которых нет времени говорить. Последнее мое слово. Никогда не двигайся, пока не увидишь. Так сколько же ждать? Пока не увидишь. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Просто попроси его, скажи, любимый, покажи мне. Просто закройте глаза, поднимите руки. Я не хочу, чтобы это было очередным воскресным служением. Ты едешь, едь свою курицу, там, котлеты и пюре. Я хочу, чтобы ты сейчас реально сказал, Бог, и я не вижу. Просто скажи ему честно, церковь. Вы знаете, дорогие, я просто много лет назад, я начал орать, Бог, я ничего не знаю, я ничего не вижу. Бог не даст тебе, если какой-то имидж перед твоими глазами. Бог не может вложить, Он не будет, Он не насильник, Он никого, ни над кем не издевается. Но когда ты от сердца попросишь Дух Святой, и я не вижу. Об этом должны молиться пастора, которые смотрят меня, лидера будущих движений. И я не вижу. Покажи мне, я не знаю.
Я слеп без тебя. То, что мне показали этот человек, этот человек, этот человек. Я хочу видеть тебя. Я хочу слышать тебя. Я хочу понимать то, что показываешь ты. Я хочу на земле жить, как жил Христос, как жили ученики. То, что они творили, они видели. Они видели. Иисус, научи нас ходить видением. 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 Бог, я прошу тебя, научи нас ходить видением. Увидеть то, что ты показываешь нам. Увидеть то, что ты показываешь нам. Бог, я прошу тебя, Иисус, коснись, коснись моего поколения, церковь, задержитесь, давайте сейчас просто помолимся, просто от сердца помолимся. Я знаю, мы церковь молитвенная, мы с вами любим молиться. Просто молитесь сейчас о поколении, которое должно увидеть, поколение, которое должно увидеть. Молитесь о тех, которые слушают нас и смотрят сейчас, потому что это к ним обращение также. Бог, я прошу тебя, покажи, покажи своим детям обетованную землю. Покажи своими глазами. Покажи своими глазами. Покажи своими глазами. О-о-о. Господь! 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 Я прошу тебя, да, мы вынашиваем это поколение. Мы говорим в наше поколение. Бог, открой нам глаза! Бог, открой нам глаза! Выйдите сюда наперед и давайте несколько минут просто прокричим к Богу. Просто выйди. Я за тебя не буду молиться, ты будешь молиться за свою нацию. Да! Попроси его, попроси его, попроси его. Аллилуйя! Из глубины духа своего, из глубины духа своего. Проси, проси. Бог, покажи нам то, что ты хочешь делать. Покажи своему поколению. Проси его, проси его, пусть он покажет тебе, пусть он покажет тебе. Бог, покажи моему поколению, покажи моему поколению, покажи моему поколению. О, покажи моему поколению. Я хочу видеть, я хочу слышать. О, я хочу видеть, я хочу слышать. Покажи, 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 кто я. Покажи нам, кто церковь. Покажи нам настоящих служителей. Покажи настоящих лидеров, которые видят, которые слышат. Поклоняйся ему! Yes! 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу видеть! Я хочу слышать! Я хочу понимать! Я хочу переживать! О! О, Jesus! Jesus! Покажи нам! Покажи нам! Покажи моей нации, покажи моему поколению,
покажи своим детям, покажи сыновьям и дочерям. О! Мы не мечтаем о том, чего мы не знаем. О, мы не мечтаем о том, чего мы не видим. Мы не мечтаем об этом. Покажи нам, чтобы возродилась мечта. Мечта от тебя. Мечта от тебя. Мечта от тебя. Твое видение. Дай нам свое сердце. Дай нам свои глаза. Дай нам видеть. Дай нам видеть. Дай нам видеть. Я хочу 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 видеть. О, мы видим. Мы видим уже, мы увидим еще больше. Мы видим уже, но мы увидим еще больше. Я верю, приходит абсолютно новый уровень сейчас. Он придет очень скоро, это чувствуется. Это чувствуется. Но это должно прийти через тех, которые видят. Потому что мы принесем сюда на землю только то, что мы можем взять там на небе. Мы можем только дать то, что мы имеем. Бог, покажи нам. Покажи нам. Покажи нам. Покажи нам. Покажи нам. О, покажи нам. Покажи нам. Проси его. Я вижу тебе. Его образ. Его образ. Проси его. Яви тебе его образ. Его образ. То я буду делать только то, что увижу, ты делаешь. Я буду идти туда, где я видел тебя уже. Я буду делать только то, что я видел. Ты творишь. О! Слава Твоя течет, слава Твоя течет, Бог, Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я прошу Духа Святого, я прошу моего любимого Духа Святого, когда мы разойдемся с этого здания, чтобы Он застал тебя врасплох. В машине, на работе. Чтоб ты попал в Его атмосферу хотя бы один раз. И когда ты попадешь в эту атмосферу, когда ты увидишь то, что Он покажет тебе там, никто не способен будет затмить твое видение. Потому что оно затмит все человеческое. Все, что говорили люди, это будет полный бред. Ты увидишь Отца Творящего. Просто проси Его. Если ты не понимаешь то, что я говорю сейчас, поверь мне на слово, я знаю то, что говорю. Ты находишься сейчас в движении, которое делает Бог. Да, лидером которого Бог поставил меня, но я творю только то, что вижу Его творящим. Я ничего не хочу видеть своего. Да, мы атакованы именно так, потому что дьявол атакует тех, кто видит. Те, кто не видит, запомни одно, как только увидишь, будешь атакован, но не бойся. Бог даст тебе силы. Проси Его увидеть. Пусть Он застанет тебя врасплох ночью. Пусть Он застанет тебя врасплох днем, на работе, в бизнесе, где бы ты ни был. Чтобы ты просто вошел в этот транс, вошел в Его славу, в это облако и увидел. Когда это произойдет, ты выйдешь другим человеком. Я молю, чтобы это произошло с лидерами нового движения, со служителями нового начала. Я молю о том, чтобы то, что Бог строит сейчас,
оно увидело его творящим. Только в этом случае остановить это уже будет невозможно, потому что мы все видели чертеж Бога. Как Моисей увидел ковчег, и когда вернулся, он построил по чертежу Бога, так и мы, этот духовный прообраз, мы строим его ковчег по его чертежам. И когда он будет закончен, церковь будет забрана с земли. Церковь будет взята. Мы должны построить его ковчег. Аллилуйя. Воздайте ему славу, церковь! Воздайте ему славу!